Далеко не всех природа одарила красивыми, густыми и длинными ресничками. Особое очарование и выразительный взгляд придают широко распахнутые глаза, обрамленные длинными и густыми ресничками. Сегодня многие девушки прибегают к разным вариантам наращивания ресниц, но это далеко не единственный вариант сложившейся ситуации. В домашних условиях, используя простые средства, можно придать ресничкам желаемый объем и густоту. И сегодня я расскажу о простом и эффективном рецепте, который позволит в короткие сроки внешне преобразить реснички, а также укрепить и восстановить их корневую систему. Пользуясь этим средством каждый день, уже скоро вы станете обладательницей роскошного обрамления глаз. Кроме этого, такой метод можно использовать и для бровей. А теперь сам рецепт. Нам понадобятся следующие компоненты. 10 мл алоэ, 5 мл масла касторки и 2 капсулы витамина А и Е. Все компоненты перемешиваем до однородной консистенции. Применяем исключительно вечером перед сном на хорошо очищенные ресницы. Для удобства лучше всего воспользоваться щеточкой для ресниц. Наложим в один слой питательную смесь. Излишки жидкости удалите ватной палочкой. Утром умываемся привычным способом. Такую простую процедуру необходимо выполнять каждый день на протяжении одного месяца. И уже скоро вы увидите, как реснички стали гуще, длиннее, а взгляд выразительнее. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Не забывайте поделиться этим простым рецептом со своими друзьями. Всем пока, до новых встреч!